На полигоне «Новики» две роты десантников отрабатывают наступление и оборону. Одни наступают, обороняются вторые. После – смена ролей. Однако бой в нападении роты отрабатывают вместе. На полигоне «Новики» около 200 десантников. Они приехали из Тулы для участия в двусторонних ротных учениях. По тревоге рота поднялась, вышла в район сосредоточения. Там отдали приказ на десантирование и бой. С чего рота выполняла задачу по захвату центра управления. Здесь отрабатывается слаженность подразделений, десантирование, наступление и оборона. У каждого из бойцов есть определенный опыт за плечами. Однако такие учения еще раз позволяют отточить все навыки. В ходе учений я получил навыки в управлении своим отделением, в наступлении при захвате и уничтожении объекта противников, в совершении маневра в оборонительном бою и отражение наступления противника. Подобные учения проводятся для каждой роты раз в полгода. Они повышают как боевые, так и оперативные навыки.